рукоятка для переноски, ручка она же, видите, сделана из тесьмы, но при этом на нее нашита 500-я кордура. Это удобно для того, чтобы она не давила и не натирала при переноске рюкзака за ручку. Также в рюкзаке присутствует карман для гидрационной системы, он же поилка. Вот. Он термоинсулирован пеной. В спинке само находится пластик для обеспечения необходимой жесткости. Вот. Внутри, чтобы гидрационная система не ездила, не болталась по рюкзаку, находится резинка, при помощи которой он крепится там. Вот. А, забыл рассказать, что также есть два порта под трубки. Питьевую систему под левую и под правую руку. Очень удобно. По поводу молний. Молнии UKK достаточно прочные, крупные. Вот. Выдерживают большие нагрузки. Вот. Для удобства их застегивания присутствуют петли, которыми вы можете сразу же указательным пальцем попасть и застегнуть. В целом рюкзак получился у производителя удобный. Цвет универсальный, подходит под любые вещи. В принципе, качество материалов и пошива на высоте. Я могу вам рекомендовать его. Читайте внимательно обзор по нему в моем блоге. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.